один пошел. Вот так вот интересно наблюдать за самолетиками со стороны. Смотрю, самолет МЧС что-то взлетает. Тут в Анапе пожары на Утрише, видимо, по нашу душу прилетал. Сейчас начнет разгончик, наверное. Прогреет двигатели и начнет. Анапский аэропорт — это просто какой-то глобальный конвейер. Одни взлетают, другие садятся. Движуха, в общем, летом тут происходит конкретная.